Вот он наш Сатурн в оппозиции. По-моему, самое чистое небо сейчас за весеннюю, сегодняшнюю ночь. 34 минуты 1-10 июля 2019 год, Харьков. На ближайшем расстоянии Сатурн от Земли за год. И на одной линии с Землей и Солнцем. Солнечные лучи под прямым углом сейчас попадают на Сатурн для наблюдателя с Земли, то бишь меня. Ну вот ветер поднялся. Ты представляешь, неудачно. Миллиард 351 миллион километров. Это сурово. Да, и все я лелеял надежду, что получится у меня увидеть эффект Зеллигера, который он обнаружил в 1887 году, как раз таки наблюдая кольца Сатурна. В момент оппозиции Сатурна кольца стали значительно ярче за счет того, что лучи света падали под прямым углом для наблюдателя с Земли на эти кольца и исчезали тени. Не знаю, насколько ярче будут смотреться эти кольца нынче. Думаю, что дымка все нивелирует. Ладно, попробую сейчас еще Юпитер. Поймать. Пока он за здание не спрятался. Но эта дымка скрывает даже Ганимед уже не видно, спутник. Крупнейший спутник в Солнечной системе. Но ни тебе Каллиста, ни тебе Европу, ни тебе Ио. Слева должен быть Ганимед. Относительно Юпитера сейчас, но его не видать никак, даже не подмигнет. Дымка, туман, все это портит. Ну, Луна пока видна была, еще было видно, что аура над ней. Очень плотная дымка. Ну все, 10 июля 2019 год, Харьков. Хорошо хоть что-то получилось снять. Зафиксировать событие такое значимое.